привет, очередное пополнение в моем арсенале. И сегодня вот такая пришла посылочка от интернет-магазина camping.ru. Ссылка на магазин, естественно, будет внизу в описании под видео. Здесь, так сказать, комплексная защита от комаров, мошек и так далее. То есть, когда я спросил представителя магазина, что они собираются мне отправить, точнее, наоборот, они отправили, а потом сказали уже, что отправили. И они мне прислали как бы описание, инструкцию, то есть, что там в посылке, что это такое, с чем это идет. То есть, я уже коротко это все изучил, но, естественно, еще не смотрел. И вот давайте сейчас будем смотреть и попытаемся разобраться и понять, что здесь такое, с чем это едят. Итак, здесь вот такой прибор. Первое, что я вижу, это термосел, уникальная защита от комаров, универсальный антимоскитный прибор. Это первое, так сказать, что пришло. Так, пока убираем, смотрим, что здесь еще. Это чехол для него, насколько я понимаю. Холстер, да, держатель для прибора, термосел. Так, здесь еще вот такой, значит, это ультратон, репеллент, 12 часов защиты. Он сейчас подробнее тоже изучим. Так, что здесь? Здесь комплект, баллончик и три пластины для прибора термосел. Еще какой-то, еще репеллент. Это лосьон, я так понимаю. Keep hands clean. Держите руки чистыми. И еще что-то такое. От мошки и комаров. Натуральная защита от мошки и комаров. Эфирное масло из листьев гвоздики. Вот такой наборчик. Дальше, я понимаю, больше здесь ничего нет. Только полиэтилен, чтобы это все в посылке не болталось и не гремело. Так, сейчас я убираю коробочку и будем разбираться дальше. Итак, значит, что пришло? Пришло сам прибор, чехол к нему. Блин, лампочка у меня отражается в кадре. Репеллент, лосьон и вот такое масло. И, конечно, к прибору все для него необходимые, так сказать, запчасти. То есть защита на 48 часов. Давайте начнем, конечно, с прибора. Больше всего эта вещь меня в данный момент интересует. Распакуем и посмотрим, что там. Сейчас я выключусь ненадолго, наведу порядок на столе и включусь. Итак, я убрал со стола лишнее, немножко переставил освещение, может быть, будет более, скажем так, темновато, но зато лампа не будет отражаться от упаковки. Так, открываем наш этот приборчик, пока не знаю как, но как-то открываем. Делаем это самым простым способом, как попало. Вообще, пока я читал всю эту инструкцию, то есть то, что мне прислали материалы о этом приборе, я пришел к такому выводу, что есть как минимум две причины, по которым эта штука должна быть мне интересна и полезна. Первое — это то, что не надо ничего наносить на тело, то есть для рыболова, ну, может быть, даже, да не может быть, а точно для охотников также, то есть это очень важно, то есть руки вы ничем не пачкаете, никакими репеллентами, то есть для рыбалки, для охоты это важно, то есть никаких лишних посторонних запахов нет. И второе, что меня порадовало, что с этим прибором можно передвигаться, то есть можно, естественно, если, например, бежать там или, не знаю, ехать на велосипеде, то это облако, которое будет излучаться, оно, конечно, не успеет вас догнать и эффекта никакого не будет. А если просто идти обычным шагом, то, как написано во всяком случае, то эффект будет положительный. То есть просто себе идешь, например, по тайге где-то, а
тебя комары не кусают. Ну, здорово, правда. То есть вот эти две вещи мне очень понравились. И, в принципе, я думаю, если прибор с этим совсем справится, то... Ой, какой он легкий. Сейчас я давайте еще, наверное, быстренько за весами сбегаю, чтобы взвесить. Потому что, ну, несмотря на то, что он вот настолько большой прибор, да, но он очень-очень легкий. Сейчас я схожу за весами, и мы еще и взвесим дополнительно, сколько он весит. Итак, весы уже в кадре, и давайте взвесим наш приборчик. Так, 175 грамм. Ну и еще, конечно, в комплекте вот идет к нему газ. Это термоцел Бутан картридж. И, естественно, пластинка, пропитанная репеллентом. Итого 206 грамм. Ну, я думаю, такой вес по силу носить каждому. Так что это очень-очень немного. Так, весы убираем, и давайте попробуем теперь включить. Я, как уже сказал, почитал немножко описание и примерно представляю, как это делается. То есть первым делом нужно открыть, ну вот разрывается пакетик, там находится вот такой кусочек картона, пропитанный репеллентом. То есть я уже его открыл, и вот сюда его помещаем, вот сюда на нагревательный элемент. У газа снимаем колпачок, вставляем сюда до упора, и надо провернуть по резьбе до тех пор, пока он не упрется. Все, то есть он уперся, дальше не крутится. Теперь переводим клавишу в положение вкл, и слышно, как пошел газ. Зашипело. Нажимаем пьезоэлемент. И должно быть, вот сейчас видно на камеру, что там идет горение. То есть вот такой огонек загорается. Все, значит, наш прибор начал работать. Ну и как написано, по идее, он начинает действовать в течение там 3-5 минут. Сейчас подождем, здесь где-то должно выделяться тепло. Я вообще не знаю, но я так думаю. То есть, если идет нагревание, а вот уже вот в этом месте стало тепло. Ну, подождем еще минутку-другую и посмотрим. Я пока сейчас попробую на него одеть чехол. То есть, я достал уже с упаковки чехол. И попробуем на него, пока он у нас нагревается, одеть чехол. Значит, к нему идет вот такой чехольчик. Я так понимаю, не в комплекте, он покупается, наверное, отдельно. Но поскольку ко мне все пришло в комплекте, то будем пробовать. Так, наверное, он вот так одевается, потому что здесь единственное место, где есть резинка. Раз есть резинка, значит, она наверняка растягивается. Да. Вот как раз окошечко совпало. Здесь видно, как идет, как горит, так сказать. И все. Здесь у нас, да, вот вообще стало тепленькое вот это место. И сзади, нет, сзади пока холодно. Я так понимаю, вот в эти две стороны, то есть должно расходиться то, что испаряется из картона. То есть репеллент должен испаряться. В общем, вот такой чехольчик. То есть здесь у него фастекс сзади идет. Можно застегнуть на ногу, на руку пристегнуть, на рюкзак. В общем, куда угодно можно пристегнуть. Можно просто застегнуть, повесить на дерево, у костра где-то еще. Можно повесить также его на пояс, на ремень есть шлепка. Два кармашка вот эти на кнопках. Один, я так понимаю, под запасной картридж, то есть под запасной газовый баллончик. А второй можно положить пластины с репеллентами. Можно масло, которое идет тоже. Масло сюда положит. Ну, то есть такой достаточно удобный чехольчик, с которым будет им пользоваться гораздо проще, комфортнее и удобнее. Да, все, нагревание идет, то есть прибор работает. Ну, оценить, естественно, в домашних условиях, как он работает. То есть комары улетают, не улетают, боятся, не боятся. Я сейчас, конечно, не могу, поэтому все, еще раз говорю, будем оценивать на природе. В ближайшее время вы обязательно это все увидите в моих роликах о рыбалке, о походах и так далее. Ну а пока прибор выключаю, какой смысл дома его гонять. Главное, что проверил, и он работает. Давайте дальше знакомиться с другими вещами, которые пришли. Итак, это
ультратон, репелленты и масло. Начнем, ну не знаю, но давайте вот начнем с этого. Это ультратон, репеллент, действует, написано, 12 часов. То есть, я так понимаю, это просто крем, который наносится, да, по запаху. Ну, такой, скажем, что-то такое, как бытовая химия, как мыло туалетное. То есть, он и неприятный, и не неприятный. То есть, ну, нейтральный такой, скажем, запах. Во всяком случае, как минимум, не вонючий. То есть действует 12 часов, действует, сейчас я тут прочитаю, тут по-русски вот написано. В принципе, сами можете почитать, я приближу, оставьте на паузу и прочитайте. А я так быстренько сейчас, пару слов тут буквально. Для защиты людей от нападения кровососущих насекомых, комаров, мокрецов, москитов, мошек, слепней, блох. О, слепней. Вот слепни меня очень интересуют, потому что рафтамиды, которыми я пользуюсь, от слепней вообще не помогают. То есть от комаров, мошек, да, от слепней никак. А у нас слепней в тайге очень много. Так, белая эмульсия с легким запахом, в пластиковой тубе, состав, туда-сюда, нанести крем тонким слоем без стирания, лицо, шея, руки, ноги. При необходимости нанести средство повторно. Время защитного действия от насекомых более 4 часов. Ну, более 4 и до 12, up to 12 hours. То есть, в принципе, совпадает. То есть, больше 4. Вот, больше тут ничего такого. Ну, естественно, там, при попадании в глаза промыть это туда-сюда предостерегается и тому подобное. То есть, ну, этот крем тоже испытаем, конечно. Расскажу потом, как он действует, не действует. А вот это крем для тех, ну вот, сейчас вот здесь, вот, если кто-то английский знает. То есть, keep hands clean, это держите руки чистыми, или для, как сказать-то, перевести-то, с аппликатора, для того, чтобы руки были чистыми. То есть, если этот крем вы, допустим, капельку нанесли и размазываете, то здесь идет вот такой аппликатор мягкий. Сейчас покажу вот на камеру поближе. То есть, идет вот такой мягкий аппликатор. То есть, вы крем вот так вот просто встряхиваете, и все. Здесь вот через дырочку он выдавливается, и вы размазываете, наносите на тело. То есть при этом руки остаются у вас чистыми, никак не запачканными кремом. Ну а по составу, я так понимаю, это одно и то же. И еще одна вещь, это натуральная защита от мошки и комаров. Это эфирное масло из листьев гвоздики. Вот, кстати, почитаю, посмотрите применение. То есть, как я тут прочитал, эта вещь такая полезная, аж прям вот от всего лечит. Ну, это как большинство лекарств всяких. То есть, дает максимальный защитный эффект, особенно против мошки. На пластину. Вот, кстати, он для того, чтобы вот на эту пластину, которая идет на термостеле, можно несколько капель капнуть, и от этого еще больше будет эффект, который будет защищать вас от насекомых. И вот по свойствам давайте прочитаю. Используется для отпугивания насекомых, мошка, комары. Снимает зуд при укусах насекомых. Рекомендуется для устранения и профилактики угревой сыпи, гнойничковых поражений кожи. Также способствует восстановлению сил после нервного и физического переутомления. Активизирует мозговую деятельность. То есть, грубо говоря, это все от всего. Так что вот. Прошу любить и жаловать. Ну и давайте посмотрим, что там находится все-таки. Вот такой маленький пузыречек. Натуральная защита от мошки и комаров. 100% эфирное масло. По запаху. Сейчас посмотрим. Ой, а по запаху это обычная гвоздика, вот которая используется. Ну, у меня вот супруга использует, когда солит, по-моему, огурцы, добавляет там несколько штучек гвоздики. Вот, по-моему, точно такой же запах. Ну, будем тоже проверять. Я вот вообще первый раз слышу, что гвоздика помогает от каких-то насекомых. У нас обычно все, кто в тайгу ходит, березовым этим, березовый дёкоть разводят в распылители и просто брызгаются. Ну, запах еще тот, конечно. Но от всяких насекомых помогает. Про это я не знал, буду иметь в виду. Ну и естественно, хотелось бы
посмотреть, что вот здесь. Я уже упаковочку снял, но еще не открывал, так что давайте посмотрим. Я так понимаю, здесь еще запасной баллон и запасные пластины с репеллентом. Да, здесь я сверху кинул одну из этих, которые пришли с прибором. О, а что-то я не понял, а что так много? Тут три нарисовано. А, смотрите, здесь 48 часов. То есть, если один баллон это 12 часов, то здесь 48. Это значит, здесь должно быть тогда 4 баллона. Да ну. Ну точно, смотрите. Здесь 4 баллона. Ну и соответственно по 3 пластины на каждый баллон. 12 пластин должно быть. 3, 3, 3, 3, да. 12 пластин. Нифига себе, вот это подарок от компании camping.ru. Спасибо большое, я такого точно не ждал. Но я думал, что будет хотя бы один баллончик, ну может быть один запасной, а тут сразу такое большое количество. Вот у меня получается здесь 4, 1 в самом приборе, 5 баллонов. Это реально такой хороший подарок, серьезный. Прям не ожидал я. Большое-большое спасибо компании. Кстати, сейчас вот покажу еще упаковку. Здесь пока порядок наводил, вычитал на самой упаковке. Смотрите. Вот написано. Полезный подарок. Вот действительно полезный подарок. И вот если у кого-то еще остались вопросы насчет радиуса действия, то есть защищает площадь до 20 квадратных метров. То есть это площадь, которая... Ну, общая площадь. То есть получается 4,5 на 4,5 метра. Вот такую примерно площадь он защищает. Это при условии, что отсутствует ветер. То есть, если ветер, то, естественно, площадь будет сдвигаться от него в сторону ветра. Вот. Ну, в среднем можно примерно так рассчитывать, когда находитесь на природе, что это где-то ну, метра 2-3 от прибора. Вот на таком расстоянии должно быть комфортно. Но, опять же, я говорю, все это по тому, что я прочитал. То есть, я это еще не проверял, я этого не знаю. Но думаю, что будет... Именно так, потому что штука эта вроде бы как американская, а американцы у нас, товарищи, как вы знаете, вредные. И поэтому, раз это одобрено американскими всякими ассоциациями общественников, рыболовов, охотников и так далее, то, я думаю, вещь действительно стоящая. И самое главное, она безвредная. То есть, особенно для тех, это важно, у кого с собой на природе домашние животные, у кого аллергия на различные крема, мази и так далее, спреи. И вот что я сейчас еще здесь вижу, смотрите, эта вещь будет очень полезна для дачников. То есть у них на сайте, на camping.ru, есть еще не просто вот сами приборы, вот эти, переносной, так сказать, вариант, а есть вот такие, то есть как фонарики сделаны. То есть я так думаю, вот именно для дачников, наоборот, вот такой вариант будет очень интересен. То есть фонарик, допустим, поставил где-то там на веранде, в беседке, и сверху вот такая на фонарике идет решетка такая же, как на самом приборе. И все, он также от комаров помогает, от комаров, от мушки и так далее. То есть, ну, я думаю, штука очень классная. Осталось только испытать ее на рыбалке и посмотрим, как это все работает. Ну, а на этом, я думаю, на сегодня все. Увидимся в моих видео уже, когда прибор будет испытан. И, конечно, более детально о нем поговорим. Еще раз спасибо компании camping.ru за такой хороший и дорогой подарок. Ну и до свидания, увидимся.